Ну вот, ребята, здравствуйте, дамы и господа. Я чуть по накатанной опять не зарядил, потому что только что были предварительные ласки. Суть. Сегодня у нас будет и Give and Care, и опасная бритва, и мужской материк еще, то знаете, с интересной штучкой подвязался. Что же это? И, кстати, ответы на вопросы будут. Поэтому что же это будет, ребята? Вы идите на крупный план, знакомьтесь со всеми этими хохоряшками. А я тут пока начну там потихонечку, помаленечку. Все, давайте, сейчас встретимся. Сегодня у нас еще одна новинка. Это трехсоставной станок от мужского материка. Ребята заморочились, заказали это производство в Китае и поставляют как в Россию, так я думаю, что, наверное, и по всему миру будут поставлять. Но это уже их проблемы. Нам самое главное разобраться с этим станком, что он из себя представляет. Поставляется вот такой коробочке. Плотная, хорошая, со всеми необходимыми надписями. Россия, Санкт-Петербург, бла-бла-бла, мужской материк. И лого материка. Делаю акцент, потому что здесь такая штука тоже есть. Но это мы забегаем вперед. Давайте вначале снимем его антропометрические данные. Так, как ты у нас тут станешь? 115,6 грамма. Хороший вес. Мой любимый на сегодняшний момент. Средняя масса это 60-70-80 грамм. Раньше я станки с таким весом недолюбливал, но последние веяния много что в моей жизни изменили. Для меня это теперь хороший вес. Ну, по предыдущим обзорам вы это уже успели заметить. Сам станок. Длина около 110 мм. Длина самой ручки примерно 102 мм. Ширина нижней плиты 25 мм, длина 42 мм. Вес ручки отдельно 86 грамм. Как вы уже успели заметить, станок у нас трехсоставной, нижняя плита. С нижней стороны так это вообще 89-я голова, да? А вы что думаете, парни? Да, собственно, и сверху-то сильно похоже. Здесь, вот если так смотреть, и сказали бы, ну-ка, Вадюха, скажи-ка мне, друг мой милый, а 89-е это или что-то другое? Вот тут бы я и подзавис. А вот так я бы уже не сказал. Вот он, тот самый логотип компании. Кстати, качество покрытия очень, оно так, знаете, душевное, хорошее. Ну что ж, тянем. Сегодня будем работать на лезвиях 3, потому что за последние два обзора, парни, в комментах вы все ухи прожужжали. Думаю, ну блин, ну что ж там пацанов-то так торкнуло, надо этот трит попробовать. Вот, кстати, говорили за разнообразие тритов. Ребят, посмотрите, вот это я не пойму, что за трит, потому что здесь ни классика, ничего, здесь просто написано Трит Blade Double Edge New Steel. Чё? Просто трит, что ли? Кто в курсе, у нас есть специалисты по триту, ребят. Я же пока могу сказать только, что это Пакистан, что ребята серьезные. И, кстати, вот посмотрите, как оно внутри выглядит. Несмотря на то, что там тяжелая промышленность так себе развита, а можно сказать, даже вообще нифига не развита, но по триту там отрабатывают мужики туго, там свою работу знают. И что же мы получили? Вот посмотрите, какой вылет лезвия. Равномерный. Голова с торца. Ну, это, ребят, вот, ну, 89-е, согласитесь. Ну, вообще, просто 89-е. Да и вот так вот вообще, 89-е. Но как поведет себя в работе, это мы с вами, парни, посмотрим. А чтобы не быть голословным, вот давайте так вот на него и глянем. Это, что называется, найдите три отличия. А знаете, а давайте ход конем, чтобы уже не рассусоливать и сопли на кулак не мотать, давайте-ка мы сюда тоже три поставим и посмотрим, как эти два голубца друг с другом себя чувствовать-то будут, кто из них что скажет. Вот не думал, что с двумя станками, а вот сейчас вот как-то вот, знаете, подсознательно, интуитивно. Кстати, вот нижняя часть плиты, да? А кто говорил, что только китайцы умеют сдирать? Наши тоже умеют, так что это, не парьтесь, ребята, все нормально. Правильной дорогой идем, товарищи. Они у них, мы у нас, те у этих. Так вот и живем. Так, ну тут сравнивать как бы бессмысленно.
Вот сейчас эти два станочка-то и прогоним. Так, со станками разобрались. Помазок. Помазок у нас будет сегодня ответ на один такой вот вопрос в предыдущем или позапредыдущем видео. Вот сегодня поэтому синтетическая омега за 6 баксов, за 6 евро. И поработаем. Кремом у нас будет сегодня, ребята, Musgo Real. Произведение искусства от наших португальских товарищей, которые любезно предоставила опасная бритва РФ. Поставляется вот такой вот краёбочки. Все чин-чинарем, все красиво оформлено. Так достойно. Эту фирму я уже достаточно хорошо успел узнать, полюбил. Что скажет именно вот этот крем, сегодня мы с вами, ребята, и узнаем. Автошейвом же у нас пойдет сегодня, ну, маленькая такая номинация от Gift & Care. Момент нам прислал автошейв бальзам от компании Омега. Пенелифицио, что-то вот прям, ребят, ну не силеный в итальянском. Но написано красиво, да, сразу видно, автошейв, что вы хотите. Пимпочка такая, смотрите, какая вот интересная, дозатор такой нестандартный, не часто такой на автошейвах встречается. Бутылочка вся полностью пластиковая, вес 100 мл, все аннотации там, куда что нажимать, где что наносить, все написано. Все, пошли бриться. Фух. Португальцы, конечно же, молодцы. Я думал, что я там только Латоху встретил, такую интересную, зачетную для меня по всем статьям. А нет, оказывается, вот видите, Musgo Real-то тоже там что-то делает. Мы с вами уже пробовали Musgo Real, только автошейв крема у нас еще не было. Вот сейчас мы с вами его и попробуем. Сегодня будет синтетика омеговская за 6 баксов. В одном из видео, ага, кстати, умный такой, да, а дырочку проколоть, вот. Под одним из видео Александр Машуль написал, что «Вадим, ты, говорит, так вкусно рассказал про помазок, я, говорит, его взял, а он не массирует ни хрена, он шибко мягкий». Александр, синтетика редко какая массирует так же, как кабан, в том смысле, что там технология-то сама по себе должна быть другая. Ты должен понимать, что мягкое – это мягкое, сладкое – это сладкое, а горькое – это горькое, красивое – это красивое. Кабан – он и есть кабан. Если ты хочешь конкретно мять самой кистью, ну, тогда у тебя выбор или хороший барсук, или кабан. Ну, и метисы там, это я опускаю. Если ты все-таки берешь синтетику, чтобы она тебе как кисточкой наносила, ты об этом сам писал, но плюс еще и массировала, тебе нужно понимать, что массировать придется по-другому. И этот способ ты упомянул. Но тут как-то ты не сказал, что это можно комбинировать. Так вот смотри, крем пошел. Ребята, запах. Весна продолжается. У меня сейчас за окнами почки распускаются. Первые ростки пошли. И духан такой. Особенно, вот знаете, вот люди стоят с граблями, листочки собирают, если ты в этом месте пройдешь. Блин, вот девушка весна прошла и просто тебе чмок в макушку, а рядом кобыла стоит копытом в грудину, ты и все, и дух сперло, и ты надышаться этим не можешь, понимаешь? Вот сейчас вот весна продолжается, запах такой же прям вообще классный. Массировать вот этим, раскоряку. Вот так ты только будешь массировать. Ты это делаешь. Но ты комментируешь, что если делать так, он весь крем расфигачивает, и у тебя ничего не остается. Ты границу-то проведи. Вот это массаж. После того, как ты промассировал, все волоски поднял, с каждой стороны слева, справа, сверху, снизу, пенку-то туда свою занес, а потом уже просто перейди в нормальный режим и разровняй все это. Вот. Вот так этот помазок работает. Он не кабан, он не будет тебе все в одном. Тут вначале первое, потом второе. Вот и все. А по поводу того, что он мягкий, ну, это заблуждение. Вот этот мягче. Ну, опять же, видишь, каждый воспринимает это по-своему. Так, чуть-чуть водички добавим. Ух, пахнет. Точно весна. Португальская. Ну а что, кто сказал, что в Португалии нет весны? Тоже есть. Там зимы нет.
Повесна есть. Ну, ребят, ну как бы это, смотрите, с кремом-то что? С кремом-то нормально. Так, пока убираем его в сторонку. Конечно же, 89-е мне не в новинку. Но тем не менее, с 3 там ни разу не пробовал. Сейчас прогоняем на 89-е, а потом переходим на материковский и посмотрим, в чем же там отличие. Дерет, блин. Не, ну менять-то все равно не буду. Есть очень сильная педодра, что мягкое это лезвие отрит, поэтому и дерет. Сам-то по себе станочек средний такой. Да, ёшкин кот. Дурила я, дурила. У меня на 1-2 щетина-то поболее будет, чем обычно, и надо было как-то с умом-то подойти. Не мягкое лезвие, а чё поострее. Ну, что сделано, то сделано. Мозгов бог не дал, так чё. Сейчас будем разгребать. Раскоряка. Массируешь и наносишь. Промассировал. Проверил, все ли зубные пломбы на месте. А после этого, хопс. И это все за 6 евро. И он тебе не зашел. Блин. Ну я не знаю. Парни, тут такие звуки раздавались. Я постараюсь в этом месте звук срезания щетины поднять, звук музыки заглушить совсем, чтобы вы это услышали. Потому что, блин, тут такое сейчас было. Это вообще бомбическая сила. Я вам одно скажу. Вот в следующий раз, если вот вернусь к 89-й голове, ну, вернусь, конечно, но только не с этим лезвием. Точно нет. Так, а сейчас уже отступать поздно. Хорошо. Не, ну так-то неплохо. Вот еще бы убрать ощущение, что каждый волосок, который там был, его грейдером выкорчевывали. То есть приехал маленький трактор, за волос там накинул какую-то хрень, и ты тянет, и тянет. Ой, блин, не вытянулся, порвался. Ну хрен с ним, давай мы тебя еще раз. Вот такие какие-то ощущения. Ну, посмотрим, что нам подарит материковский с тем же лезвием. Таки подозреваю, не лучшее лезвие для его дебюта, но сравнивать же с чем-то надо. Так, а давайте помолодим, там у нас уже, наверное, подсохло, капельку водички.
А с другой стороны, что не лучше? Да, сравнивать так не в идеальных, а в таких условиях. Ну, хотя да, на физере, конечно, было бы по-другому. Охренел. От слова совсем. Не, парни, это не 89-я голова. Он бархатно идет. Если он с более мягким лезвием идет бархатно, а станок предыдущий с мягким лезвием дерет, выкорчевывает. Ну, парни, если я не прав, то поправьте, но с моей точки зрения вывод только один. Это более агрессивная голова. А как по-другому? Был бы он более мягкий, тут бы я вообще сейчас кипятком бы брызгал во все стороны. Ну так и да, да. Да? Да, вот это бритье. Так, ну давайте развивать успех. Александр Маршуль, научись им работать. После того, как ты научишься, ты забудешь про своих кабанов. Все у тебя будет хорошо. Просто вдумчиво подойди, возьми там пару-тройку замесов, сделай. Без бритья, без нифига, просто так вот тын-тын-тын. Попробуй, почувствуй. И ты поймешь, и ты увидишь. Хорошая штука, реально. А, нет, я то, что надо. Вот что-то такое, ну. Парни, перематывайте, потому что весна, сейчас еще какую-нибудь хрень сморожу. Так. Так и да, это то, что доктор прописал. Ой, как интересно. Так, ну и давайте уже добивать. Парни, это всего 2,5 сантиметра крема. Все. Размеры, внешний вид, фактура.
Не, ну так и как говорят у них в Одессе, это две больших разницы. Так, все, уходим на добривку. Я помазок специально поставил, чтобы вот что там в конце осталось, вот чтобы все и видели. Ну вот и все. Два с половиной сантиметра крема у нас. Сопровождали нас на протяжении всего бритья. И вот что еще по оконцовке-то и осталось. Усики стоят. Структура бесподобная. Запах никуда не делся. Все. Так, ну сейчас я смою все быстренько. Фух, все, ребята, у нас только автошейф остался, сейчас мы с ним и разберемся. По чести сказать, никогда раньше в жизни-то прежде у меня автошейфов от Омеги-то и не было. И вообще, я поздно да, по Московской Омеге добрался, потому что слышать-то о них слышал и много хорошего. Ну, то, что нормальное такое, устоявшееся качество, достаточно демократический ценник. Но вот какой-то парфюм от Омеги на моем пути еще ни разу не встречался. Ну, вот сейчас вот мы и посмотрим, что это за зверь такой. Тем более бальзам. Так. Наверняка где-нибудь там написано, я без очков не вижу, что before you shaking please или что-нибудь такое. Ну, на всякий случай сразу встряхнем. Дозатор хороший. Вот сколько надо, столько он и нахлюпает. Запах какой-то интересный такой. Что-то какой-то из детства. Мелисса, мята домашняя, мята перечная. Что-то холодок какой-то. Знаете, на что похоже? Молодежь-то не помнит, а взрослые парни наверняка должны знать. Раньше какие-то карандашки вот такие вот продавали, и что, если тебе там, что-то там, голова кружится, еще что-то, тебе вот тырц в нос, и нюхнул, и бодрячком. Вот что-то какое-то, не такой и вырви глаз, нет, а вот какая-то такая нота-то есть. Ну, приятный. Сам по себе холодит, но не очень. Так, слегонца. Ну, такой, да. Освежающий, скажем так. Вот если скажу ментольно, освежающий. Вот слово ментол тут, наверное, вряд ли будет уместно. Вот возьмите это слово где-то на 5 разделите. И вот эту 1/5 вот в это освежающее понятие и добавьте. Ну, не все 100%, нет. Ну, чуть-чуть липкость осталась. Как таковой уже весь исчез. Ну так-то приятная штучка. Если к концу разговора еще и липкости не останется, так это вообще будет хорошо. Так, ладно, ты уходи на испытание, посмотрим, липкость оставишь или нет. Давайте к героям нашего сегодняшнего обзора. С чего попроще? Лезетрит. Не понял я его. Вот как по мне, ребят, если бы его вот в мире не существовало, да я и не сильно бы жалел.
Возможно, не с теми станками пробовал, возможно, она слишком мягкая для меня. Но после тех дифирамбов, которые пацаны вот пару последних видео в комментариях писали, что вот три там, ты чё, особенно вот это, особенно вот то, я какие-то, знаете, такие прям надежды на него питал. Ну, никак не ожидал, что вот именно вот это. Я, кстати, даже и не понял, что это. Тут просто трит. Ну, в комментариях, ребят, напишите, кто в курсе, что это такое. Да я думаю, даже если бы РПЛ поставил, то, наверное, было бы и пободрее, повеселее. Ну, тут трудно сказать, тут надо сравнивать. Вообще сделаны качественно. Марка достаточно известная. Пакистанцы, ну, зря свой хлеб не едят. Действительно много народу трит хвалит. Поэтому то, что конкретно это в этих станках мне как-то не очень, это еще ни о чем не говорит. Возможно, просто ему свой станок нужно подобрать, и там все будет нормально. По качеству нормально вроде. Вроде ничего. Автошейф. Я думаю, интересная бюджетная штука. Интересная бюджетная, и вот липкости уже в два раза меньше. Кто не любит, чтобы на нем оставались посторонние запахи после того, как он автошейф принимает, вот не ярко выраженный такой. Он вам взбодрит, закроет, успокоит, но пахнуть вряд ли будет. В летний жаркий день не думаю, что вы его будете использовать, потому что вот если липкость останется, с этой липкостью идти на улицу, ну кому это нравится. А вот так вот весна, осень, зима, ну почему бы нет, вполне себе, да, нормальный вариант. Ну посмотрим, останется липкость или нет. Помазок. Александр Машуль, ты к нему ключик-то подбери. Не торопись его на полку списывать и куда-то в арьергард убирать. Это рабочая лошадка. На самом деле рабочая. Ты его просто пойми. Вот после того, как ты его поймешь, велик шанс того, что ты про кабанчика-то долго не будешь вспоминать. Потому что он все делает нормально. Ты просто разберись как. Вот когда ты его почувствуешь, поймешь, вот тогда-то он и запоет. На самом деле это хорошая, зачетная штука. Ну, если уж на цену говорить, то умножь все на 2. Это супер надежная, супер хорошая, супер обалденная штука от команды Омега. Кстати, у нас сегодня 2 штуки от команды Омега. Крем. Ну что, португальцы молодцы. Они не только мясо умеют делать, но и хороший крем, как оказывается, и в бритье они соображают. Не только по маске. Вот, посмотрите, косметика-то. Получается, пена хорошая. Взбиваемость хорошая, консистенция нормальная, внешний вид, стойкость и прочее-прочее на уровне. Все это можно пятаки ставить. Потом запах. Запах будет с вами до самого конца. Запах весенний такой, знаете, вот какой-то. Он мыльно-косметическо-парфюмно-весеннее. Вот такое что-то, знаете, вот. Он неспокойный, не умиротворяющий, вы не уснете, нет. Наоборот, он как-то вот энергию вам дает, что-то вот такое. Запах хорошего мыла. Вот, наверное, вот так будет правильно. Не парфюма, хорошего мыла. Да, что-то вот такое есть. Веселое, веселое такое, весеннее, солнечное, задорное, интересное. Ну, 2,5 сантиметра счастья на бритье при условии, что вы вот такой вот баллон, ну сколько же вы его пользовать-то будете? Ну, в принципе, форматом тоже не удивили, потому что мой любимый этот Латоха, он примерно таких же размеров, поэтому что, молодцы, они свои традиции, они все сделали правильно. Станочки. Схожие и различные. Внешне взять голову отцепить, так и не скажешь, так где тут 89-я, а где ММ-1 от мужского материка. А в работе оказывается разное. Оказывается, что наши слизывали, да не дослизывали. А может быть наоборот, перелезали. Но это не то слово. Короче, парни, это не голимая 89-я, это более агрессивная голова. Если вы ищете что-то похожее на 89-ю, но чутка поагрессивней, возможно, это ваш вариант. Сам по себе станок. Я вначале голову себе ломал. Вот люди решили зайти на рынок, организовать производство за рубежом и по своим вот этим вот всяким вот этим вот там вот, что они делают, поставлять в Россию, возможно, в другие страны. А почему 89-я голова-то? Что 89-х голов-то мало на свете? Сам для себя могу ответить так.
Во-первых, это нечисто оголимое, она чуточку агрессивнее. Во-вторых, компания, наверное, выбрала этот ход из-за того, что это самая ходовая голова. Большинство людей, ну, практически, подавляющее большинство с нее-то и начинает. Если так об этом думать, тогда понятно, почему они с этой головы-то начали. Но все-таки приятно, что они свою изюминку туда внесли, потому что чуточку поагрессивнее – это как раз то, что многие-то ищут 89-й, да найти не могут. А вот оказывается, это да, это можно. Не полностью слезали, сделали тут много своего, в том числе и ручка. Ручка, ребята, мне понравилась, зачетная. Не думаю, что это нержавейка, хотя нет, это не нержавейка, это что-то там внутри, вон я желтое вижу. Это не нержавейка, но она такая тяжеленькая. Насечка вот эта, она не вырви глаз, она не будет вам царапать руки и давить подушечки пальцев. Она ровно настолько сделана, чтобы обеспечить вам надежную, хорошую фиксацию. Сама по себе, по конструктиву, вот эта ручка, это не что-то там ноу-хау какой-то, нет. Такие ручки я уже и раньше видел, но то, что она сделана хорошо, добротно, качественно, вот это уже обнадеживает, это уже хорошо. Сам по себе станок и по покрытию, и по внешнему виду, ну, я вам так, ребят, скажу, ну, вот сравнить, вот, допустим, с Мюлей, да, ну, конечно же, он тяжелее, но если говорить за внешний вид и за качество покрытия, я бы вот так вот не сказал бы, чтобы вот это хуже, это лучше, или наоборот, это лучше, это хуже. Мне кажется, тут вот как-то вот все на уровне. Но то, что у мужского материка покрытие у Мюля не хуже, это 100%. Ну, блестит, да, побольше. Но блестит как? Не по-цыгански, так, вырви глаз, а просто поярче, понаряднее. Но это да, это есть. Ну, плюс, конечно, свой логотипчик здесь пиндюрили. В общем и целом, отношение к этому станку. Да, это R89 подобный, да, он чуточку агрессивнее, хорошего качества, с неплохой ручкой трехсоставной. Насколько он будет востребован на рынке, я думаю, тут будет зависеть от двух позиций. Первое, это качество его изготовления и внешний вид. Тут ребята не подкачали, тут все нормально. И качество изготовления, и внешний вид, тут все заходит. Вес, опять же, такой достаточно востребованный. Многие люди любят вот именно с таким весом. Остается еще одна составляющая – цена. 89-ю голову можно взять где-то, ну, там, по разным вариациям, там, начиная от индийцев с китайцами, пакистанцами, китайцами и заканчивая родными производителями. То есть ценник будет колебаться где-то от 1500-1300 до 3-3,5. То есть разброс достаточно широк. От 1500 до 3500. У этих же получается 2450, золотая середина. Я думаю, что он найдет своего покупателя. Найдет, и те, кто будут брать, им нужно держать в голове только одно, что он чутка поагрессивнее R89 головы. Не намного, но это есть, это чувствуется в работе. А во всем остальном, ребята, он вас не подведет, по качеству хорошее. Конечно, как долго продержится это покрытие, это вопрос времени, то есть у меня этого времени просто нет, я вам взял его, показал и все. Но то, что это работает и работает интересно. Ну, скажем так, неплохое начало. Вот в моем понимании у этого станка крепкая пятерка с минусом. Минус, ну минус я, наверное, все-таки влепил бы за то, что все-таки это 89-я голова. Конечно, глупо ждать, что там компания посвятит там полгода, год своей жизни разработке нового станка, выйдет на наш российский рынок с каким-то новым изделием, там вообще ни на что не похожим, раньше такого не видели, как вот тот же самый там Rockwell там или все остальные ребята, ну, Timeless. Ну, ребят, ну, это уже, знаете, как нужно заморочиться. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, компания делает ставку на другую, она много голов всяких делает. Я вот сейчас вот перед обзором зашел к ним на сайт, посмотрел, там и МММ-1, и МММ-2, и 3, и 4, там, я даже не помню, чем они отличаются. Ну, всего дофига. Я так понимаю, что там еще будет работа какая-то проводиться над ошибками, там, над конфигурацией, над агрессивностью. Будут какие-то разъяснения, что вот это вот такое, это такое. А может, это все одинаковые, только ручками отличаются. То есть, вот у меня понимания пока нет. Но ребята, судя по всему, решили пойти серьезно. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. Хорошее, интересное изделие. Насколько востребованное, покажет время. Но
Главную свою Золушку, которая превратилась в белого лебедя, этот станок не превзошел. Если помазок мне мозг порвал, просто порвал, он меня прям и до сих пор сбивает. До сих пор сбивает, но это отдельная песня. Меня лучше за этот помазок не спрашивать, потому что как Кобзон заведусь, хрен остановите. То вот здесь хорошие, приятные впечатления. Ну все, больше ничего. Хороший станок, хороший. А здесь совсем другое, здесь совсем другое. Тут парни, блин, ух, шорох-то навели. Да, это легко провериться. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100, 500, 1000, 10 тысяч человек возьмут этот помазок, блядь, и вот увидите, что будет. Да и 10 тысяч-то не надо, там 50-100 человек возьмут и уже будут знать, что это такое, и друзьям будут говорить, и друзья друзей туда пойдут, и друзья друзей, вот тогда, вот за это я не думаю, что такое будет, ребят. Я думаю, человек возьмет, да, ему понравится, он будет потихонечку бриться, но не будет такого, блин, Васильич, ты прикинь, материки взял, блин, бомбическая сила. Нет, это нормальный, хороший станок, который будет брить. Это другое. Вот тут да, Васильич, бомбичка, вот это да, вот это вот, скорее всего, да. Ну все, ребят, да, на этом давайте прощаться, мне уже пора бежать. Добра вам, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья, пускай все будет хорошо и все у вас получится. А сейчас весна, пора любви, вперед, вперед. Денежку на работе заработал, в клювике домой принес, любимую обнял, малышню на другую руку и куда-нибудь там в ресторан, в Диснейленд. Хотя в России какой Диснейленд, что это меня понесло? А, Макдональдс имел в виду. Вот туда и хорошо, и нормально. Главное, с семьей, главное, глаза их блестящие видеть и купаться в них. Все, давайте, пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим.